в нашем селе поп-батюшка, жадный-прижадный. Все думал, где бы на чем выгадать. Вот пришла пора урожай собирать, хлеб жать. Земли много, самому не справиться. Нанял он 3 батраков. Чуть свет, сажает хозяин батраков завтракать. Батраки едят, поп стоит, да думает. Это что ж выходит? Сейчас они поедят, а в обед опять их корми. И то неладно получается. Сюда с поля придут. Сколько времени у работы украдут? В поле обед вести, лошадей гонять жалко. Пускай уж лучше разом и пообедают. И велел попадье обед подавать. Батраки едят. Поп стоит и думает еще. Может, они заодно и повечеряют? Поставили ужин на стол. Батраки уже и есть не могут. И то хорошо получается, поп радуется. Этот ужин мы с утра завтра подадим. Зато они теперь без отдыха весь день могут работать до ночи. А батраки иначе рассудили. Смекнули, что к чему. Поужинали, не поужинали. Отвалились от стола. Спасибо, батюшка, за хлеб, соль, говорят. Насытое брюхо хорошо спится. Один разувается, другой на лавку редно стелит, третий на пол кожух бросил. Вы что ж делаете? Как что? Спать собираемся? Какой сон после завтрака? Так ведь мы поужинали. Попу и сказать нечего. Сам себя перехитрил, сам и расплачивайся.